Прямые, на которых лежат бисектрисы АК и БМ треугольника АВС, пересекаются под углом 74 градуса. Найдите угол С. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. АК бисектриса. БМ бисектриса. Угол АТМ равен 74 градуса. Найти угол АЦБ. Угол АЦК равен углу КАБ. Так как АК бисектриса. И пусть это все равняется углу Х. Угол CBM равен углу ABM. Так как BM бисектриса. И пусть это все равняется углу Y. Угол ATM плюс угол ATB в сумме дает 180 градусов. Так как два этих угла смежные. Выразим отсюда угол ATB. Угол АТБ равен 180 градусов минус угол АТМ. Подставим сюда наше значение. Получается 180 градусов минус 74 градуса. Посчитав, получаем 106 градусов. Позднее нам это пригодится. Рассмотрим треугольник АТМ. И воспользуемся свойством, то что сумма углов треугольника равна 180 градусам. Тогда угол ТАБ плюс угол АБТ и плюс угол АТБ в сумме дает 180 градусов. Подставим сюда наше обозначение. Угол ТАБ равен х плюс угол АБТ. Угол АБТ это y плюс угол АТБ. Угол АТБ мы нашли, это 106. И все это равняется 180 градусов. Выразим отсюда сумму х плюс y. Х плюс y равняется 180 градусов минус 106 градусов. Или х плюс y равняется 74 градуса. Рассмотрим треугольник ABC. И воспользуемся свойством, то что сумма углов треугольника равна 180 градусам. Тогда угол BAC плюс угол ACB плюс угол ACB в сумме дает 180 градусов. Рассмотрим угол BAC. Угол BAC равен сумме двух углов. Угла KAB плюс угол KAM. Угол KAB это x. Угол KAM это также x. Или все это равняется 2х. Рассмотрим угол ABC. Угол ABC равен сумме двух углов. Угла ABT плюс угол TBK. Угол ABT равен y плюс угол TBK. Угол TBK также y. Посчитав, получаем 2y. Подставим наши получившиеся углы в ранее полученное выражение. Тогда у нас получается угол BAC это 2х плюс угол ACB. Угол ACB это 2y плюс угол ACB. И в сумме это дает 180 градусов. Выразим отсюда угол АЦБ. Угол АЦБ равен 180 градусов минус 2х и минус 2y. Преобразуем. Получается угол АЦБ равен 180 градусов. А тут вынесем общий множитель. Минус 2. Тогда в скобках остается х плюс y. Ранее мы нашли, что х плюс y равняется 74 градуса. Тогда у нас получается, что угол АЦБ равняется 180 градусов минус 2 умножить на 74 градуса. Тогда у нас получается 180 градусов минус 148. Посчитав, получаем 32 градуса. Запишем ответ. Угол АЦБ равен 32 градуса. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.